Мы это, Слава, забыли же, кажется, с тобой про еще одно очень интересное слово. Трансцендентное. Так мы на него вышли. А, мы вышли. Да. И под конец уже упремся в значение, да? Да, мы остановились на том, то, что последняя социальная стадия развития – это ребенок. А если говорить о трансцендентном, выходе, так скажем, то это тогда будет зародыш. Поэтому все, что сыро, будет иметь бесконечный ассоциативный ряд, так как оно меньше всего привязано к каким-то логическим цепочкам. И тогда варианты трактования будут не просто выходить за рамки личности создателя того или иного объекта, оно будет самим становиться создателем, вот, тем самым, ну, по факту отделяясь в личность Бога и тем самым делать креативный взрыв, даже не взрыв, а подрыв, вот, ну, можно сказать, даже метафизики мира. Да ты чё? Вот, поэтому... Подожди, подожди. Метафизики мира, ты сказал? Да. А пока что я только наблюдаю подрыв пуканов у токсиков. Ладно, блядь. Слушай, ну осторожно, чё ты, ёпта? Мне, блядь, на новый телефон никто донатить не будет. Если мне уж на валидол никто не донатит, блядь, что ж тут говорить-то, блядь. А вот вы знаете, вот я вот иногда блогеров некоторых смотрю, вот им там донатят там на микрофончики, на камеры там, блядь, на вот эти экранчики, блядь, и красивенько все это смотрится, и хорошо их слышно, и картиночка, и фультра HD, вот это все. И знаете, что я потом такой думаю? Не, вы не подумайте, я не вгоняюсь в печальку, я такой просто, сука, а мне-то так это все похуй, Ну вот честно, я бы не отказался. Вот так вот смотришь иногда некоторых, знаешь, этих стримеров, и особенно стримерш. Стримерш. Ну вы понимаете, да? Я уже это. А нет, я не буду даже это представлять. Горите в аду, блядь! Короче, вот смотришь их, да? Они там просто играют в линейдж. В Lineage, блядь, играют! А им там, блядь, донатят $1000, блядь! Сука! Саня, ой, блядь, ага, Саня, я уже сам к себе обращаюсь. Слушай, я это ты это я, да, и никого не надо нам. Блядь, сука, сейчас вообще нас неправильно поймут. Ладно, давай заново, слушай. Короче, блядь, Слава, что хотел сказать? На чем я остановился? Я вспомнил. Если ты захочешь блювануть, блювани. Только не забудь, пожалуйста, после этого сказать по скриптум. Горите в аду, сука, стримерши, блядь! Блядь, ебаный в рот. Опять сбилась. Слушай, по-моему, уже по херу. Вот. Поэтому, возвращаясь к изначальному конфликту, о том, причислять ли нам контркультуру каким-то другим веяниям, каким-то другим приставкам, вот, к морфеме культуры. Можем сказать лишь на том, то, что зародыш, будучи выделяясь в новую реальность мифическую, уничтожая посредством уничтожения предыдущей метафизики. Слав, слушай, ты меня простишь, пожалуйста, что я тебя перебил, но, ну, ладно, один раз перебить, я думаю, за весь выпуск это не катастрофично, поэтому ты не будешь на меня обижаться. Скажи мне, пожалуйста, ты что, готовился к этой теме, да? Ты готовился, да?
ну, конкультура, там все вот это. То есть ты создаешь сейчас впечатление человека, который готовился к этому. Ты готовился, что ли? Я вне сценарный же. Ты чего? Нет, подожди, давай сейчас без этого. Вот серьезно, скажи вот честно людям. Вот сейчас, ты готовился? Нет. Не готовился? Я не прочел ни единого слова про контркультуру. Вот. Зато я перерыл немного Ницше, немного Лосева, немного... Ну ладно, но... А чё ладно? Про Канта, конечно, с Декартом говорить не буду. Вот, это так. Ой, блядь, а чё про них говорить-то, блядь? Ну слушай, это, Достоевского ты читал? Униженные, оскорбленные. Ну так. Детская книжка хорошая, слушай. Не, я серьезно, в плане издательства. Детская книжка. Униженные, оскорбленные. Отверженные Виктора Гюго или Виктора. Как правильно? Виктор или Виктор? Виктор. Виктор. А кто-то вообще там что-то... Виктор, там вообще такие страны. Короче, Витька Гюго, ты наш, слышь! Че вообще? Ты сейчас как будто знаешь, как этот диджей какой-то. Диско у нас. Че это... Слушай, ну давай мы уже в диско-то не будем опускаться. Почему сейчас самое... Самое время, да? Прогрессивное ответвление для нашей контркультуры. Вот, чтобы ты понял, у нас уже, ну какая, ну реально сотая, наверное, настраивается за сегодняшний день только. Вот. Сейчас мы, наверное, дошли до того момента, когда понятие реальности можно нивелировать в принципе. Вот. И что мы можем... говорить о реальности. Я мыслю, значит, я существую. Это ли реальность? Или реальность это то, что лежит за рамками? Слушай, тебе не кажется, что большинство людей думают, что если они существуют, то значит мыслят? Тоже. Как же вы заблуждаетесь, блядь! Вот. Ой! Так или иначе, ты классно сделал вид, что сейчас не услышал этого. Кого? Молодец. Вот что значит система Станиславского. Ай, молодец! А-а-а! Слава, зачем ты пошел по музыкальному руслу? Ну нах надо вообще вот эта музыка, вот это все. Зачем? Надо было в театр идти. А че? Играешь, говорю-то. И тебе платят, и все. А тут причин что-то заморачиваться, аккорд, септаккорд, открытый, закрытый, полуоткрытый, блядь, приоткрытый, там, я не знаю, блядь. Зачем, Слава? Тебе не кажется, что конкультура, вот, она вот просто, вот это вот синоним такого жирного вопроса, такого, знаешь, такого жирным шрифтом, еще и неоном подсвеченного слова «Зачем?». А? Это... А затем, блядь, что жить на что-то надо, блядь! Блядь! Подожди! Я нажал или не нажал? Нет, не нажал. Подожди, нет. Вот ты меня сейчас ввел в заблуждение. Потому что я нажал, а ты сказал, что я не нажал. Или наоборот. Ты сказал, что я нажал? Нет, ты сказал, что я не нажал, я сказал, что я нажал. А куда это говори, запись даже не идет. Она идет! Да почему не идет? Вон! А что ты мне не сказал, что она идет? Ладно, короче. Зачем, Слава? Ну зачем тебе это надо? Кому это надо? Вон, включаешь Клаву Коку, Егора Крида, Бузову, с ее там половин, там все ей мало. Вот. И это. Кто там еще? Артур Пирожков, который охуенный плагиатор просто. Слушай. Либо он сыночек каких-то магнатов, я не думаю, что его Comedy Club так вскормило, что он так мог легко так купить авторские права на кого там, блядь, чуть ли не на Бонни М, блядь, мелодии, что-то такое. Слушай, или уже Западу настолько похую уже на нас, на нас, блядь, руссконародных,
этих... Ладно, я не хочу никого оскорблять, ребята, я же тоже здесь же с вами. Вот. Я тоже, кстати, я тоже не против потырить. Это, вообще, если есть возможность хайпануть, почему бы не хапануть? И наоборот, я бы не против, ребята. Я вам больше скажу, и, может быть, даже у меня бы и получилось бы что-нибудь потырить там, там, это, офшорки, не офшорки, блядь, микро. Но я этого не делаю. Потому что я в конкультуре, потому что я занимаюсь настоящим искусством, блядь, а не вашим вот этим конью. Все, я уже все увидел по твоему лицу, ничего не получилось. Короче, я хотел сказать, что, ребята, я никого не хочу обижать, вот. Заметьте, я и не обижаю никого, я хоть раз первый на кого-то начал бочку катить, по-моему, нет, да? Я никого не обижаю, вот, и это... А чё вы-то меня обижаете-то, блядь? А чё вот мне, чё вам надо от меня, блядь? Сука. Я опять забыл выключить. А и так вам и надо, блядь. Слава, чё? Чё? Я заплевал тебя, да? Заплевал, заблевал. Это я только... Это я только три странички Сартра прочёл. Хотя, блядь, я такой думаю, нахуя это, я это сделал, блядь? Да я бы мог сам, блядь, таких книжек 1000, блядь, штук написать, блядь. Все, поехали. Вот теперь мы начинаем. Или что? Ты в какой-то прострации уже находишься, не находишь? Так таки было с самого начала. С самого начала ты это планировал? Да. А, блядь, я ж тебе валидол дал, ёбаный в рот, блядь, зачем я это сделал? 12 минут прошло, а мы ни о чем даже не поговорили с тобой. Мы сказали сверх того уже. Да ты чё? Конечно. То, что мы наговорили за час 12 минут, не могли сказать... Да? Сколько там? Сколько там? Несколько веков. А потому что нехуй воевать, блядь! Занимайтесь созиданием и исследованиями настоящих антропологических и геополитических проблем! Мне такое чувство, что я сейчас высрал такую мудрость охуенную, которая всем понятна. Сука, ну если всем все понятно, почему никто ничего не делает? Продолжай, Слав. Да продолжать уже не хочется, честно говоря. Доставай тогда. Все, что можно было, все было сказано. Доставай тогда уже, что? Давай. Ты чё достал? Ты чё достал, блядь? Я имел в виду бабки доставать, чтоб не забашлять, блядь, за эфирное время, что я тебе дал, блядь. Сука, блядь. Давай мне бабки все. Не, давай лучше ты мне отдашь сейчас свою одежду, мотоцикл и карту. Ну, одежда еще ладно. Могу. Ну ты же мне обещал, что ты мне одежду дашь наконец. Ты меня в этот гараж подобрал. Я уже какой день валялся в канаве. Саша, зачем ты меня обманул? Почему мне приходится прикидываться, что я знаком с тобой уже 1000 лет? Вот. Хотя я просто хотел покушать. А пока только валидола съел. Вот как ты решил. Ах, вот... Ах, вот оно чё? Так вот оно ради чего всё это было. К чему всё шло. Ах ты, мерзавец. Если ты мне сейчас... Если ты мне сейчас, блядь, полёт шмеля не сыграешь... Блядь, я тебя оставлю здесь, навечно!
она жалость или нет, блять, похуй. Спрашивает, жив ли я. Карантин, блокада, но ничто не отменит меня. Буря и мгла, в нервах шаля. От утра до утра пишут сказки ужаса. Только песни сирен из близкого далека, новостные войны, марши купли-продаж, крики очередей, лабиринтов палат. Какой-то погоды и света в конце, но зависли лучи в пыльном квадрате, и никогда не поймут они, как все это заебало. Но никто и ничто не отменит нас.
скажи что-нибудь на прощание нашим замечательным телезрителям. Блять, каким телезрителям? Это, смартфона зрителям, да? Блога зрителям, ютуба зрителям, пока он еще работает, слава богу. Это, короче, что-нибудь скажи. Понятно, что мы не прощаемся навсегда, естественно. Ну, естественно, мне кажется, после сегодняшнего выпуска твое желание поучаствовать в дальнейших вот этих вот, давай их назовем так. Как бы их назвать? Конткультурные перформансы, да? Конткультурные перформансы с элементами реализма. Ну, точнее, там 99% реализма и 1% перформанса. Вот, и это, ну, зато какой этот процент, да? У тебя желание возникло, да, дальше посещать? Конечно. Скажи честно, вот честно, давай сейчас без всякого, давай, скажи честно. Мы же содержательно поговорили. Очень. Так, концептуально, ну, естественно. Концептуально, то есть очень много было лайфхаков. То есть самый главный лайфхак, я думаю, это... Ребята, не думайте, что если вы существуете, то вы мыслите, блядь. Не надо так вот это, не надо, блядь. Подумайте тысячу раз, прежде чем сказать, что вы подумали. Так, все, мой запас шуточек исчерпался. Я пока зачехляю гитару. Ты можешь сказать все. Башмету, по-моему... Нет, ты можешь, кстати, конкретно к Башмету сейчас обратиться. И отдельно к нашим... Давай так, отдельно к Башмету... И отдельно к человечеству, потому что, ну, Башмет, это ж, блядь, ну, им, аж на сколько он там опоздал? 12 минут. Давно он с нашим верховным главнокомандующим не беседовал по душам, Все, давай, отдельно к Башмету, ну, это ж, ну, Башмет. Ну, Игорь крутой еще, ну, он же крутой. Да. Ну, Игорь крутой. А какой он еще? Ну, если Игорь... я скажу, что он не крутой, да, тогда, ну, это будет не крутой, это будет какой-то другой, да? А это же Игорь крутой, да, по-моему? Вот. Да, тут получается, не получится даже крутой. Тут не получится даже, да, и тут не получится. Но он тут по-любому крутой. Поэтому ты давай, отдельно к Башмету и отдельно к человечеству, все. Вот сколько там осталось? 6 минут. У тебя 6 минут. Ты когда-нибудь вообще думал, что вот такое вообще произойдет? Что у тебя будет аж целых 6 минут? Не, 6 минут. Чтобы послать надо. Всех, блять, сука! Нахер! Ладно. Давай я не буду проецировать. Не давай я не буду проецировать свою мультяшную мизантропию. Я же всех люблю на самом деле. А вот это. Вот. И о чем я хотел сказать? Ролик. Башмету посвящается. Башмет пусть смотрит нас. Вот. А вы нас не смотрите, вы смотрите Лунтика.